құрметті әріптестер, Солтүстік Қазақстан облысының аймақтық коммуникациялар қызметінің брифингіне қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые коллеги, мы рады вновь приветствовать вас на площадке региональной службы коммуникации Севера Казахстанской области. Тема нашего брифинга – проведение международного фестиваля КВН на Кубок Акима Севера Казахстанской области. Более подробно осветят данный вопрос руководитель отдела по работе с молодежными НПО Управления по вопросам молодежной политики Акимата Северо-Казахстанской области Рызбаева Гульдана Сагандыковна, председатель молодежного общественного объединения «Кызылжар Жастары» Мухаммеджанов Ерлик Серикович и руководитель Северо-Казахстанской лиги КВН Пеньков Евгений Владимирович. И слово предоставляется Гульдане Сагандыковне. Пожалуйста, вам слово. Саламатсыздар ма, құрметті бұқаралық ақпараттар құралдары, әріптестер. Организация досуга молодежи – один из главных направлений управления по вопросу молодежной политики. На сегодняшний день одним из успешных примеров творчества молодежи является движение КВН – Клуба веселых и находчивых. В Северо-Казахстанской области ежегодно в рамках государственного социального заказа проводятся игры КВН на государственном и русском языках. В текущем году реализуется данный социальный проект молодежного общественного объединения «Кызылжар Жастары». Государство оказывает финансовую поддержку. По сравнению с прошлым годом у нас финансирование увеличилось на 10% и составило 2 миллиона 600 тысяч в этом году. На сегодняшний день в области действуют две лиги. На двух языках проводятся игры. Постоянно разыгрываются кубки акимов города и области. В области первой известной командой стала «Северная граница», образованная в 2004 году. Ребята успешно выступили в многочисленных фестивалях в Сочи, Казани, Саранске, Уфе, Омске, Кургане, Кокшетау, Костанай, Алматы, Астане. Первая лига КВН области, образованная в 2006 году и при поддержке управления внутренней политики и молодежное общественное объединение «Поиск молодых здоровых». Также вот сформирована лига КВН СКО. В этой команде участвовали более 80 команд, это 20 городских и более 60 районных команд провели игры. На международном уровне отметились такие команды, как FIT-FM 25 февраля. Они уже провели свои игры и в дальнейшем уже продолжают работать. В 2007 году, с 7 года у нас в области проводятся международные игры, фестиваль КВН на Кубок Акима СКО. За годы проведения игры приезжали команды из городов Астана, Караганда, Усть-Каменогорск, Кокшетау и так далее, и другие города. Из Российской Федерации к нам приезжают команды Омска, Кургана, Челябинск, Уфа, Пермь, Тюмень, Первоуральск. С каждым годом количество команд увеличивается. В этом году более 12 команд будут участвовать на международном игре КВН. Предстоящие игры состоятся 25 мая, 12 часов, Дворец молодежи. Приглашаем всех желающих. В этом году, в апреле 2018 года, у нас на базе молодежного ресурсного центра открылся клуб молодых КВНщиков. Там творческие ребята, молодые ребята занимаются творчеством, проводят свое свободное время. Спасибо большое за выступление. Слово предоставляется Ерлику Серикычу. Меня зовут Жайдарма Лигасында Жайында Кысқаша айтып өтейін. Біздің лигамыз сонау 2007 жылдан бастап ресми түрде жұмыс атқарып келеді біздің Солтүстік Қазақстан облысында, оның ішінде Петропавл қаласында. Осы уақыт аралығында шамамен 30 шақты ойын, әртүрлі деңгейдегі ойындар ұйымдастырып, жалпы саны 10 мыңнан аса бізге көрермен осы уақыт аралығында келді. Команда санын нақты айту өте қиын, бірақ олардың санында бір 50-60-тан асып кеткен шығар осы бізге дейін. Жалпы осы уақыт аралығында 2007 жылы ресми түрде құрылған болсақ, бүгінгі кезде 11 жыл, 11 жылдың ішінде бізге осы биылғы жыл ең нәтижелі деп айта аламын. Неге? Себебі бір жылдың ішінде біздің бір бетке ұстар қазір құрамамыз бар. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 5 жаңалық деген командамыз бар. Құрылғаны көп болған жоқ, шамамен бір жарым жылдың жүзі ғана болды, бірақ сол уақыт аралығында олар аймақтық деңгейде де, республикалық деңгейде де, қалалық облысы деңгейде өз атын шығарып үлгерді. Нақты айтатын болсақ, өткен жылдың қорытындысы бойынша Қостанай Ашық Жайдарма Лигасының финалисті атанды. Осы мамыр айының 8-і күні Ақмола облыстық Жайдарма Лигасының
вице-чемпион атанды, екінші орын алды. Сонымен қатар біздің жергілікті лиганың чемпионы атанды. Осы бір ай бұрын ғана Алматы қаласындағы республикалық премьер лиганың 1-8 финалына қатысып, 1-4 финалға өтті. Аман есен, сол ойындарды бұйырса осы айдың, осы жұманың 26-шы жұлдызында сіздер ұлттық арнадан сол ойынды көре аласыздар. Алға қойған жоспарларымыз әлде көп, жайдарманшыларымыз бар. Сол жайдарман ойнаймыз деген жастар да бар. Соларды дұрыс жолға қойып, өзіміз білген түйгенімізді үйретуге даярмыз. Женя, сөз сенде. Рахмет. Ну, наверное, я поподробнее расскажу про фестиваль, который будет 25-го. Завтра во Дворце молодежи в 19.00. В этом году будет принимать участие 12 команд, из которых в этом году 3 будет представлять районы нашей области. Такое впервые, что команды с районов показали высокий уровень на отборочном фестивале. Это команда Мамлютского района, Айртауского района и Уалихановского района. Кроме этого, к нам приезжают гости из городов Омск, две команды из города Курган, из города Кустанай, из города Кокшетау. И команда из города Пермь, в состав которой входят представители еще города Екатеринбург и города Первоуральск. То есть такая у них как бы сборная солянка КВНщиков. Хочу сказать, что этот кубок 12-й по счету, то есть практически, ну, не юбилейный, но, скажем так, традиционно это точно. Как обычно, все мы с вами видим, что большой интерес у зрителей КВН, постоянно полный зал, то есть билетов не достать, пригласительных не достать. В последний момент, всегда в последний день начинается ажиотаж. Но мы вас всех приглашаем обязательно посмотреть, повеселиться. Я думаю, что все останутся довольны, будет очень весело, будет интересно. Ну и смейтесь, смех продлевает жизнь. Спасибо. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, время нашей работы подошло к концу. Мы благодарим вас за активное участие и вас, уважаемые гости, за подробную предоставленную информацию. Всего вам доброго и до скорых встреч. Напоминаем, сегодня в 15.30 состоится брифинг СЦК, участие в котором примет казахстанская актриса Самал Ислямова. Также вас ждем.